Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. Мы продолжаем играть в игру Guns Up. Так, задание, давай-ка зайдем на склад, посмотрим у нас. Какой, блин, магазин подарков, эй. Друзья мои, я не это хотел. Я хотел, вот, суточный рацион, конечно же, взять одну. Давай посмотрим, что нам здесь выделят. 5 золота. Спасибо большое. 5 золота тоже, как говорится, на дороге не валяется, и все это дело нам пригодится. Так, что у нас здесь по обновочке? Давай-ка посмотрим. Какие задания новые, какие задания старые. Что-то долго грузится. Ага, уничтожьте несколько, точнее 3 штуки бункеров гранатометчиком в ПВП. Убей несколько врагов зажигательными бомбами, да? И уничтожь несколько построек десантом. То есть берем с тобой десантуру, берем с тобой зажигательные бомбы и гранатометчики. Ну, они у меня по стандарту, как говорится, уже имеются. Ну что, пойдем в атаку. И посмотрим, кто у нас тут есть. Начнем, естественно, с мелюзги. АЛМДМРР. Начнем с него, короче. И давай выбирать. Так, усталость. Усталость я не хочу брать. Нам нужно с тобой взять зажигательные бомбы. Это раз. А второе, мы с тобой, наверное, возьмем десант. А десанта у меня, по-моему, как раз-то и нету. Он закончился, я весь его потратил. Плотное построение нам не нужно. Берсерк как-то не особо хочется брать. Наверное, нам выгоднее взять здесь урон бойца. Вот так вот. Ну что, выдвигаемся. Ну а почему бы и нет? Нам нужно получить с вами, ну не знаю, сегодня постараться, конечно, бы 14 уровень взять. Было бы, кстати, неплохо, да? Плюс 3 лимита бойцов. И дополнительная ячейка для ветерана, что немаловажно. Ну что, LM, поехали. Начинаем потихоньку двигаться и... Вот так вот сделаем. Даже инженера я позвал. Я хочу заработать огнеметчика. Мне нужен огнеметчик. Ну, хотя бы посмотреть, протестить его. Ага. Уже бегут. Так, здесь у нас... Вот эта, кстати, штука противная. Надо ее как-то поджечь. Опа, не. Пускай подгорает здесь пока. Мы уже начали тут войну вовсю. Давай еще, наверное, автоматчиков позовем. И гранатометчика. Почти, ребята, почти сгорело, но не догорело. Можно, конечно, вот так вот бомбануть. Да, база такая неплохая у него. Все, отстреляли, нет? Нет, бомбят. Давай срочно, блин, уничтожаем. Есть. Так, разрушение сделали. Прогрессик получили, еще автоматчиков. Можно, конечно, немножко их отвлечь вот таким вот образом. Они там будут в ложную мишень бомбить. Мы, конечно же, будем их со спины валить. Давай, давай. Ну! Классно. Слушай, а где мои все бойцы-то? Че-то как-то не особо они там бегут в бой, если честно. Нахлобучиваем, тут забираем. Слушай, вот эта вот вышка меня напрягает. Гранатометчик, будь добр, а. Ну, хотя бы так. Хотя бы так. Воу. Ребят, вы не хотите пострелять по ложным мишеням? Минус снайперская вышка. Так, 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 стреляет или нет? Что-то тут, по-моему, нас разворотили. Палаточку бы эту, конечно, уничтожили. Было бы неплохо. Ребята, вы как там? Палатку будете бомбить? Нет, он почему-то переключился на вышку снайперскую. Ладно, фиг с ним, пускай будет бомбить ее. Ну! Давай сюда сконцентрируем огонь. Вот так. Забираем припасы. Расстреляли. Два смелых бойца у меня там... Держится до последнего просто. Подкрепление идет, но, правда, как-то медленно. А мы с тобой успеваем почему-то отхиливаться. Там что, инженер у меня рядом? Упал, да? Инженер отдуплился. Ну, главное, что победа за нами. Это самая-самая, так сказать, основа. Отряд ветеранов пока никого нету. И мы получили с тобой мало опыта. Так, военные излишки и скорость стрельбы. Кстати, ты не хочешь заняться крафтом, а? И у меня очень много ненужных карт, и я хочу их сейчас немножечко сократить. Да? Так. Где у нас? Перейти к базе. Перейти к базе. Где у нас это все делается? В инвентаре, по-моему, да?
Добавить карты. Переработка. Вот я именно ей и хочу заняться. Давай вот с тобой усталость переработаем. Посмотрим, что нам выпадет. Так, собери своих бойцов, и у них обязательно появится шанс победить. Это точка сбора. Вот точка сбора-то мне как раз и не нужна. Это самое последнее, что вообще мне... Во, ложная цель. Слишком много. Давай переработаем. Посмотрим. Да вы что, серьезно что ли, блин? Вы так и будете меня сейчас пичкать этими точками сбора? Подожди, какое нафиг улучшение? На переработку. Все пойдет в переработку. О, 2000 боеприпасов. Вот это вот уже карта хорошая, на самом деле. Так. Испытательный полигон. Что нам дадут? Тактические сапоги. Нет, не то. Сапоги тоже надо переработать. Лимит бойцов на 2 увеличен. Плотность, я думаю, что вряд ли нам пригодится. Я не особо любитель. Вот, еще 1000 боеприпасов мы с вами взяли. Так, отряд штаба. А что вообще эта карта делает? Вызывай 5 штук пехотинцев и 5 штук штурмовиков из штаба каждые 60 секунд. Даже так? Ложная цель. Давай, наверное, еще с тобой переработаем. Только не надо точку сбора делать. Во, быстрая перезарядка. С новыми бойцами. А, с новыми обоймами перезаряжаться проще и быстрее. Скорость перезарядки увеличена на 17%. Это я понимаю, это хорошо. И хотелось бы, наверное, нам что-то улучшить. А мы можем что-нибудь улучшить с тобой? Пока не вижу. Хм. Так, погоди секунду. Если я, например, вот, добавим, да? Переработочку сделаем. Ложная цель. Дребудень какая-то. Ну, что могли, ребят, то переработали. А нас ждут великие дела. Великие дела и великая война. И мы с тобой отправляемся. Так, этот у нас готов. Опачки, что-то там нам выпало. Снаряды, это золотишко. А почему, интересно, вот эти вот ребята не обозначаются? Они что, вне игры? Ну что, поехали тогда на следующего. Возьмем с тобой, наверное, 500 боеприпасов на всякий случай. И нам нужно также с тобой... А у меня больше нет зажигательной бомбардировки? Нету. Тогда возьмем с тобой обычную. Выдвигаемся, друзья. Выдвигаемся. Нам нужно побольше получать с тобой опыта. Подожди-ка, огнеметчик у меня есть. Мне нужно не получить его, а, по-моему, прокачать. А чтобы прокачать, нам не хватает золота. То есть, чтобы его открыть, нам нужно его купить. Вот так скажем, да? Ну, давай посмотрим. Первый отрядик у меня пошел. Надо посмотреть, что у них тут. Ага. Слушай, артиллерия прямо здесь стоит. У меня жалко, нету десантуры никакой. Хм. Могу только лишь вот ложную цель тут поставить. Слушай, придется, наверное, нам с тобой вот так вот сделать, да? И вот так вот. Да, я пожертвовал, ребят. Но на благо. Минус. Так, эти стоят тут, ханорики, ждут. Отлично, все полегли. Тут палаточка. Тут есть палаточка. Блин, как же вы так долго проходите? Давай, 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 давай. Наверное, нам с тобой надо вот эту вот уничтожить штуку. Быстрее, 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 валим. Есть, теперь палатку. Ну и, в принципе, ребят, все. Я сомневаюсь, что он здесь сможет нас победить. Конечно же, нам надо еще уничтожить эту снайперскую. По красоте. Разбор полетов просто великолепен. Согласись. Штаб там что-то отбивается, но как ты понимаешь, что шансов у него будет тут вообще маловато. Палаток нету, отсюда отряд очень долго выходит. Так что раскрамсон по полной программе. Да, в хламину. Дайте мне, пожалуйста, опыта побольше, ну пожалуйста, ну чё вам. Вот, 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 именно про это я и говорил. Ух ты, стойкость и ракету получили мы с тобой. Пока у нас с тобой получается вроде бы неплохо бомбить их. Но это еще, ребята, далеко не конец. Это только самое начало.
И смотри, совсем чуть-чуть осталось. Совсем чуть-чуть, и золото 113 тысяч. А чтобы купить нам с тобой огнеметчика, нам нужно 150 тысяч голды. 150 тысяч голды — это сумма не маленькая, но если мы с тобой будем потихоньку их бомбить, то рано или поздно у нас что-нибудь да получится. Ну что, выдвигаемся сюда, возьмем. Давай посмотрим, что такое усталость. Хоть разок, я не пробовал эту карту, но надо глянуть. Режим большие головы. Я, кстати, не понимаю, для чего он нужен. У моих юнитов становится огромная голова, по которым проще всего попасть. Плотное построение, урон бойца. Добавим. Все, поехали. Я беру те карты, которыми я обычно не пользовался, да? Дополнительная ячейка. Так, 5000 боеприпасов всего лишь. На 14 уровне мы получим 5000 боеприпасов. Это ни о чем. Дай-ка я сразу гляну. Пускай мой состав бежит. Мы что-то, кстати, давно не получали какие-то новые там шмотки, да? Новые костюмы. Давно этого не было. Оу-оу-оу-оу. Идет, ребята, наступление на нас. Ох, ветераны! Ты серьезно? У него ветераны есть, ты прикинь? Срочно ложную цель. Ну и чё? Давай. Отлично. Так, уничтожили. Прекрасно. Вон они. Головы телевизоры. Прекрасный, ребята. У нас заход. Здесь что? Понятно. Расстреливайте тогда, друзья мои. Гранатометчик там подключился. Палаточку, будьте добры, уничтожьте, а. Палаточку вот эту, да. Ну и можно теперь снайперскую вышечку. Все. Песенка у врага спета. Без головы такой. А этот еще там что-то ползает, раненый. Без ног, что ли? Точно без ног был. Ползает. Так, 3 звезды. Или как? Классно. Классно. Точность. И плюс 4 к лимиту бойцов. Блин, почему у меня ветеранов нету, а? Дайте мне, пожалуйста, ветераны. Мне нужно 4 штуки. А интересно, а ветеран вот у нас появляется с 1 звездой, да? О, можно... Нет, прокачкой я пока базой заниматься своей не буду. Ну, ты сам понимаешь, почему. Так, текущая ПВП команда закончена. То есть мы с тобой получаем ящик, а открыть мы его не сможем. Поэтому нам придется его пускать в... А, все, ребят, я ошибся, все отлично. Он открывается сам. Это именно за задания ПВПшные. У нас все с тобой обновилось, как говорится. И мы дальше идем. Блин, отвага, всего лишь 1 герб. Я, кстати, так и не попробовал ни усталости, ничего. Так, сосредоточить огонь. Военные излишки. Уменьши стоимость отправки бойцов. Во, отправки бойцов, да. Чтобы они подешевле отправлялись. И... испытательный полигон. Увеличить точность и скорость перезарядки. Должно быть хорошо. Смотри, уже сколько, ребят, нам осталось. Эх, красота. 14 уровень сегодня мы с тобой возьмем, я тебе обещаю. Будем драться до последнего. Хватит, как говорится, уже топтаться на одном месте. Бочки эти вот противные. Ну что, давайте, солдатики, выходите. Инженера тоже позовем. Лимит на поле боя, как ты понимаешь, у нас 22 воина. Идут архаровцы. Слушай, а если я вот сюда вот бомб... Понял, бомбануть не получится. Ну, зато получится вот так вот сделать. Ложную. Ложная цель. Блин, у него... Вот, здесь она, по-моему, не видит. Ай-яй-яй. Твою ж налево, да чё, куда вы бежите-то? Вы издеваетесь сейчас надо мной, что ли? Давай, блин. Трындец. Всех косит, ты прикинь. Там снайперка. Тут этот дот. А, так у него, правильно, у него, ребята, элитные бойцы были. Ну, хотя бы так. Нам нужно было уничтожить гранатометчиком, да? Мы 2 здания с собой уничтожили. На нас надвигается буря.
Надеюсь, что не в пустыне. Так, косим их. А он вызывает подкрепление за подкреплением. Блин, минометку у него, конечно, там, будь здоров, наяривает. Ай! Прям в бочку стрелял, ты видел? Поджарились мои ребята. Ну куда вы в огонь-то бежите? Чё там? Ну вот эти, да, эти, конечно, архаровцы стреляют очень далеко. Снайперку, если мы с тобой сейчас подобьем, будет уже попроще, маленечко. Но наших бойцов косят. Вот. Ну что, сосредоточим с тобой огонь. Вот на этих упыренышах. Да чё мы не попадаем-то? Чё, чё за проблема-то там? Чё они так строчат-то, как... Я не знаю, мои там еле-еле. И у них там, смотри, какой огонь. Пипец. Что-то вообще тут без вариантов, по-моему, ребят. Сколько у него там, что? Я не могу дальше сдвинуться. И у меня с тобой не хватает очков. Давай. О! Пускай тут в газу походит. Ну! Че вы там встали-то? Они вообще не стреляют, ты прикинь? Или стреляют, но я просто не вижу, как-то они там. Да они же мне сейчас машину ушел. Чё вы там стал? Ой, дурики. Ну ты посмотри, что они делают, а. Машина еще так встала. То есть мне обойти здесь, им надо вот так вот именно вокруг обходить. Да как же вы, блин, смотри, они стреляют откуда. И как, причем, блин. Да. Это прогресс, блин, никчемный. Нафиг он не нужен. Не, друзья, я не знаю, что это у него тут за бойцы. Это даже не элита. А раскумаривают меня, блин, по-черному. Просто по чернаку. Флажки эти, которых толку никакого, да? Мы по времени с тобой уже фейлимся. И сейчас просто расстреляет меня. Мою машинку несчастную. Бедняжку. Стреляет. Да, машина, конечно, ребята, встала. Но вообще, трындец. В каком-то перешейке, блин. Фиг, что сделаешь, блин. Не подойти, не пройти. Моим приходится в обход обходить. Как специально все против меня сделали здесь. Никаких повторов. Нафиг мне это нужно. Повторять еще 30 голды тратить ради какого-то шанса. Я и так могу спокойно себе набрать, набить. Когда танки будут, а? Огнеметчики, пулеметчики и танки. Я вот еще сколько играю, ни разу, ребят, не видел танков. Я даже не знаю, есть ли они тут вообще. Ай, поражение, да, поражение. Тут вообще какие-то вон, ребят. Как вот это можно было проиграть? Я не пойму. Пехотинец. Инженер. У нас с тобой 116. Ну, я, в принципе, могу понять, почему, ребят, мы тут немножко сфейлились. Пожалел еще, как говорится, ракеты. Захотелось мне, блин, испробовать того, чего я не пробовал. Улучшая показатели бойцов с помощью бонусов. Да это понятно. Показатели бойцов. О! Слезоточивку дали. Можно было бы как-нибудь прокачивать наших бойцов в плане вообще там по характеристикам, по уровню, да? Вот это было бы намного прикольнее. Смотри, стоят орлы. А если я вот так вот? А тут, наверное, нет смысла, да? Лучше подальше маленечко. Вон там где-нибудь бомбануть. Если у врага, как ты видишь, нету турелей, да, вот этой всей ПВО, то это, соответственно, сразу крах. Ай, подожди, там что? Что-то где-то сработало. ПВОха где-то, я так ее не увидел. Оу! Ты серьезно десантуру сюда выпустил? Ну-ка, в облако их. И мои, да, то же самое. Чихают там. Просто в огненное кольцо их взяли и забомбили. Так, здесь уничтожено. Так, бежит крокодильчик мой. Давай. Этих тоже пока тут.
в дымовую. Мои расстреливают их. Палатка сейчас накроется медным тазом. И остается главная база. Ну, да. Взлетела к ядрене фени. 3 звезды, спасибо большое, опыта. Нормуль, вот. Десант. Наконец-то мне выпал, ребята, десант. Десант мне нужен для того, чтобы выполнить ежедневное задание. Там нужно сколько-то зданий, по-моему, да, уничтожить именно десантурой. Мы можем с тобой проверить, что у нас тут за задания висят. Так, уничтожить несколько бункеров гранатометчиками. Осталось совсем чуть-чуть. Плюс убейте, так, зажигательными бомбами. И вот, десантом. Одну постройку уничтожаем десантом, получаем... Чем мы получаем с тобой? 20 тысяч ресурсов. А вот это что у нас такое? 3. Не знаю, ребят, что это такое 3. В общем, вот эти 3 задания нам нужно с тобой сделать. Легко, средне и сложно. В общем, десантура, зажигалка. И что еще? Десантура, зажигалка. И фиг знает, что еще. Ну, война же, говорю, война, война, конечно, война. Твою ж налево, а тут... Давай-ка вот этого, наверное, вакханалию забомбим. Бомбардировка, да? Вот, зажигательную бомбу берем и десантуру. Поехали, друзья. Надо будет пересмотреть прокачку наших бойцов. Что там на них висит, не висит. Может быть, уже что-то как бы и не нужно нам. И пора поменять. Потому что у нас, по-моему, более лучшие карты появились. Блин, знаешь, что я не сделал? Я забыл взять лимит. Точнее, это, боеприпасики с собой. Ладно, можно посмотреть, в принципе, что здесь. Вот, когда начинается вот такая вот фигня, да? ПХД. Это плохо. Давай, 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 вот так вот все с тобой тут. Десантура. Ай, как классно, ребята. Задание завершено. Воздушную атаку мы с тобой сделали. Причем сама десантура, вот ты заметил, да, она намного лучше, чем обычные солдатики. Намного лучше. Бумс. Шикарно. Так, ну что, палаточку, наверное, с тобой попробуем уничтожить. Точка сбора, хоть раз ее испробовать. Ага. Ну и базу, базу, конечно же, расстреливаем. Самое главное, что мы с тобой выполнили одно из заданий и получаем награду. Что? Ага, ящик штаба и зажигательная бомба. Вот, вот, ребята, первое наше задание выполнено. И 20 тысяч боеприпасов. И бонусная битва. Я вот так и не понял, что за бонусная битва. Ну, придется в лом пускать. Как бы это ни печально, но придется. 2000 всего лишь боеприпасов мы за это получаем. Согласись, ничтожно по сравнению с тем, что можно было бы там вытянуть. А, враг приближается, значит, да? Что мы тут с тобой можем сделать? Вот эту бы штуку. Я ведь могу ее как-то... Так. А что такое тайник? Просто ее спрятать? Палатка 4 уровня. Бункер 7 уровня, нифига. Снайперская вышка 8 уровня. И все равно он продавливает. Он продавливает меня только лишь тогда, когда уничтожает мою ПВОху. Так, ладно. У нас война. Нам потом покажут результаты нашей битвы. А мы с тобой переходим вот. Италоех какой-то. Италоех. Ну что, берем с тобой 2000 боеприпасов. И нам нужно до сих пор еще зажигательными бомбами уничтожить здание, по-моему, да? Совсем немножко, ребята, осталось. Вот, смотрите, видите, уже чуть-чуть. По крайней мере, здесь, ну, так обозначено. Против Италоеха мы играем. Он играет на PlayStation, а мы на ПК. Так, давай, ребятушек, вызовем с тобой. И хочу посмотреть, как у него там база. Бочки поставил гаденыш здесь, да? О-о-о, чё это? Кто это такой? Ну, что-то хотел. Как-никак, ребята. Понял.
А сюда можно запустить? Пускай поджарится. Чинить сразу начинает все дела. Смотри, смотри, что инженеры тут подключились. Бумс. А вот она, ребята, и ПВО стоит. Блин, не могу я бункер этот подбить. Пока не могу. Ой-ой-ой-ой-ой. Ложная цель. Да как же ты достал уже срабатывать? Чего он такой жирный-то, эй? Да вы издеваетесь, что ли, блин, с этим бункером со своим? На нафиг, наконец-то. Смотри, какой жиробас, а. Генерал у него даже есть. Ух. Ракета, ребята, короче, делаем так. И вот так. Да бейте мне, блин, ПВО эту. Куда же вы бомбите, а? Ну по солдатикам это все понятно. Но ПВО-то, блин, надо же бомбить-то тоже. А им по барабану. Им по барабану, они бомбят именно солдатик. Вот. Созрел. Ну поздно ты созрел, парень. Гранатометчик. Ну куда ты там стоишь, лыбишь? Придурок, вот придурок. Да, друзья мои. Последний шанс у нас с вами. Ну, вы можете добить вот эту требуху, можете добить мне? Нет, они куда-то идут. Лишь бы идти куда-нибудь. Это жесть. Это жесть, ребята. Это по-другому не назвать. Стоит дот. Вот он. Вместо того, чтобы в него бомбить, они начинают тут крошить солдатиков. Ну как это, блин, понимать, а? Ну стрельните вы разочек-то, господи, ну... Да неужели кто-то там созрел? Кто-то до этого додумался, все-таки успел. Давай теперь вот эту вот фигню, пожалуйста, бомбаните. Там чувак с дробовиком, нифига там наяривает. О, мой инженер пришел. Что это такое? Ты видел? Это что такое сейчас интересное такое пролетело? Ну спасибо, хоть зажигалку еще дали. Подожди, не то. Вот нам что надо. И горят потихоньку. Да, тут такая битва, серьезно. Блин, палатка вот эта, конечно, вообще не в тему. Пускай они все сюда встанут. Так вы что стоите-то, вы... Что это за фигня? Кто это такой парашей пользуется? Я не могу понять. Куда они вообще стреляют? Куда они стреляют? Вы мне объясните. Ну, понятно, по солдатам. Тут инженер, которого мы накрыли с тобой. Да вы можете вот отсюда-то пойти, но... И вот это меня, конечно, бесит. Но! Они не могут какого-то медика черного подбить. Да что за параша? Кто ее выпускает, я не могу никак понять. Нет, нифига не вышло, короче. Наставился их булок фиговых. Осталась минута. Да и мне никак не получится, ребят, за минуту их уничтожить. Просто, смотри, просто разорвали и все. Да. И все. Ни излишки, и ничего тебе, как говорится, не помогло. Не хватает чуть-чуть. Мне он нужен. Так, надо, я хотел, ребят, посмотреть. Не надо никакого повтора. Я хотел что? Я хотел посмотреть этот. Как у меня укомплектованы мои бойцы. Это как-то трэш натуральный. Ну, трындец.
Так, ответный удар. Поражение, конечно же, поражение. Меня порвали, ребята. Еще волна, десятая. Вы издеваетесь надо мной, что ли? Ну, казармы. Пехотинец, что у тебя здесь лежит? Медали. Медали, это, конечно, хорошо, но мне не это. Так, повысить, повысить. Блин, 8 нужно. Бонусы. Что у тебя стоит? Так, урон увеличен на 30%. Здоровье увеличено на 24%. Скорость, так, скорость ветерана нафиг убираем. Так, иммунитет к яду здесь у нас идет. Увеличивает точность на 8%. А здесь, так, стоимость отправки в бой снижена на 17%. Нужно искать бонусы с авто. Так, а это у нас скорость увеличится на 20%. Неудержимый. Так, замедление уменьшено на 42%. Это про колючую проволоку. Это про колючую проволоку. Блин, ну... Так, а это что у нас? Ага. В бой снижено на 17%, да, отправка. А здесь на 23%. Давай добавим, наверное, сюда. Так, а это-то я могу сюда что-нибудь поставить или нет? Или эта ячейка еще закрыта у нас? По-моему, открыта. Скорость, может быть, добавить. Так, отправить стоит 77 боеприпасов, да? Так, восстановление 2 секунды. Что за получить бонусы? Какие бонусы-то, о чем вы? Слушай, а может быть, нам купить с тобой набор битвы Альянс? А? За 60 голды. Тратим, друзья мои. Я все равно деньги эти коплю-коплю. Фиолетовое чудо я получил. Бонусная битва, бонусная битва и... Бонусная битва. И чё? Битвы Альянса. Спасибо. Порадовали. Так, а шапка у нас есть какая-нибудь новая, другой модификации? Так, давай посмотрим. Скорость к стрельбе. Так, 3 к здоровью. 1 к точности. Да. Хорошо, давай посмотрим, что у нас тут. Плюс 6 исцеления в секунду. 3 к здоровью. Так, 1 к точности. Блин, и поменять-то нечего, а? Так, у него точность, да? Может быть, здоровье ему поставить? Вот такой он. В такой шляпе будет. Я хоть поставил, точно? Что-то я не могу понять. Добавить. Вот, все, стоит. Медики, так, скорость перезарядки. А скорость перезарядки у него стоит. Он в ушанке, да? Точность. Слушай, эти шляпы вообще можно как-то улучшать или нет? По-моему, нельзя, да? Ладно, фиг с ним. Так, примите изменения. Да, применить. Теперь что у нас тут? Это у нас обычная, да? Обычная пехота. Давай посмотрим, что у нас на гранатометчике. Редактировать бонусы. Так, у него стоит... так, гарантия эффективности урона на 18%. Ага. Точность на 12%. А здесь-то что нужно? Повысить ранг. Для начала надо ему. Угу. Повысить ранг. Повысить. Сколько нужно? 12 отваги. Где, блин, мне взять столько отваги? Ты мне объясни, как ее заработать? Ее нужно много. Очень много. Огнеметчик ждет. Огнеметчик ждет, ребята, своей участи, когда... Блин, а где действительно взять отвагу? У меня вот как один есть, так и есть. Все, ребята, больше я ничего не делаю. Может быть, блин, надо в альянс вступать? Или создать свой собственный, а чтобы создать... Воу! 500 голды. 500 голды, ничего себе. Так, любой русский, так, любой открытый. Могу сюда? Уже вступил, что ли, да? Уже вступил, ребята. Или не вступил? Так. А,
Минимальный уровень 35 в плюсе. Вы серьезно, блин? Мне-то с моим 13 уровнем только туда и прыгать. Ладно, ребята, поражение тут у меня было. Что мне тут показывает? Ша. Кто? Шаф 07. Все, Шаф, я тебя сейчас буду, наверное, кромсать. Наверное, да? Возьмем с тобой ракет, блин, побольше. Выдвигаемся. Как думаешь, выиграем или нет? Я вот не знаю, ребят. Я уже сомневаюсь во всем. Даже уже однозвездочные бойцы меня, точнее, противники валят. Как сосунка. Но 14 уровень все равно получим. Ну, что там? Что не продвигается там? Машина застряла, что ли? Еле едет. Как будто, я не знаю, вот ее там руками толкают. Ага. Ага, идут. Есть у него? Нету. Я, так сказать, прощупал, и ничего здесь. Это вот первое, что у нас будет с тобой на пути стоять. Вот здесь вот второе. Гори, 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 медик. Бумс. Шикарненько. Тут что у нас с тобой происходит? Куда они бегут? Как-то бегут хаотично. Что там? Ну, эту-то мы уничтожим, я думаю, без проблем. Теперь палатки. Так, если сейчас кто-то выйдет, мы будем с тобой применять газ. Там уже вышли орлы. Вот сюда газ я поставлю. Бумс. Во, ребята, он разнес, короче, гранатометчик. Мы с тобой еще один бонус получим, потому что задание выполнено. Ракета. Да-да, зашибись. Не, ну когда так легко проходишь, тоже как-то не особо, да, ребята? Интересно, когда вырываешь зубами победу. Ну тут, конечно, да, свой эффект есть. Припасики не взял. Ладно, фиг с ними, с этими припасиками. Но как с куста 3 звезды. Угу. Опыт растет. Так, урон бойца и 2000 боеприпасов. Так, и мы с тобой получаем еще награду. Что это? Бонусная битва. Быстрая перезарядка. Я вот до сих пор так и не понял. Ну что это за бонусная битва? Где она вообще? Куда ее тратить? У меня ее уже столько накопилось. Столько накопилось, что я даже не знаю, куда мне ее потратить. Так, инвентарь, задание. Что у нас еще осталось с тобой по заданиям? Последний там бонус. Так. Убейте несколько врагов. Ага, зажигательный бомб. То есть бомбами я должен именно противника жарить, да? То есть поджигать. Казарма, задание, инвентарь. Инвентарь. Открыть. Влом. Пойдем влом. Мне в любом случае, ребят, никак это не сделать. Ящик ресурсов. О, это могу открыть, ребят. За 10 ключиков. А этот сколько? 15 требует. Давай вот этот откроем с тобой. Ящик ресурсов. Может быть, выпадет нам герб с тобой. Воу-воу-воу. Так, снежная шляпа. Ух ты, повязочка, ребята. И охотничья шапка плюс набор обычных карт. О, и 50 тысяч боеприпасов. Все, ребят, я покупаю этого огнеметчика. Я, правда, не знаю, нужен ли он. Ну, чтобы он был, да? Чтобы он был. Нанять. Купить. Обвешанные баками с горючим огнеметчики. Либо безумцы, либо храбрецы. Либо безумцы, либо храбрецы. Повысить ранг. Ага, дудки. Медали. А вот что дают нам медали? То есть, ты хочешь сказать, если он получит поджигатель, у него будет... Вот смотри, 360, да, здоровье? А тут что будет? 432 хп. Тут как-то круто, если такое будет. А за что медаль, интересно, не получает? Что он должен сделать? Так, восстанови инженером 50 тысяч единиц урона, нанесенного грузовику. Так, чё? Восстанови инженером... Так, 1 миллион единиц урона, нанесенного постройкам. А как делать? Инженер должен появиться на 20 уровне.
А как-то ведь он может лечить, чинить, да? А у тебя что тут, например, за... Не дали. Всех разом. Нанесите 500 тысяч единиц рассеянного урона гранатометчиком. Какой рассеянный урон? То есть, если это выполнишь, у него будет урон 226. А сейчас, в данный момент, 220. То есть, за медали, естественно, они, ребят, прокачиваются и становятся сильными, да? Вот здесь какая-то дуга у нас курская, что ли, я не знаю. Ну что, погнали? Погнали еще с тобой. Тут у нас монки, обезьяна. Возьмем с тобой, наверное, зажигательную бомбу. Это раз. И военные излишки, да? Или же лучше, лучше ложную цель. Все, погнали. Это 14 уровень, мне дается, блин, ребята, большущим, огромным трудом. Так, обезьянка, давай посмотрим. Это мы с тобой забираем. Сразу же вызываем. Как интересно мне инженером восстановить. Где вот он идет, инженер? Вот он, да, он, например. Да я не могу его выбрать здесь. Смотрим. О, идут. Фига, а, у них, у меня такие же есть, да, шлемы. Что, ложную атаку будем делать? Или просто подпалить их там? Так, давай сделаем таким вот образом. И вот таким. Отлично, по красоте. Что у нас тут? Разобрались мы с ними. Уже подходим. Ребят, ложную цель, наверное, влепим с вами, да? Еще ложненькую, давай. Покосили всех. Кстати, я там не посмотрел повязку, которую мы с тобой получили, новую. Так, надо было глянуть. Что она нам дает там? Какие бонусы-то? Бух. Бамс. Палатку к ядре, не фени. Давай быстро сносим с тобой. Тыдыч. Так. Давай вон туда вон поставим с тобой. Да, гранатометчики, конечно. Че, всех положили? Фига они стреляют. Давай, 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 давай. Раскромсон полный. Блин, это палатка бесявая. Вызываем. Давай, давай, давай. Валим, валим, валим. Вот эту снайперку теперь, пожалуйста. Или палатку, или снайперку. Тут одно из двух. Третьего не дано. Окей, хотя бы так. И палаточка, бумс, взрывается, ребят. Все, остается башня главная. Но тут без проблем. Тут, конечно же, все без проблем. Фига, у меня тут подкрепление пришло. В зимних шапках стреляют. Победа. И вот жетоны. Зачем нужны нам жетоны, которые я постоянно коплю? Ракета. Ага, сосредоточить огонь. Куда жетоны тратить? Интересно. У меня их целая куча. Но я с ними ничего не могу сделать. Склад. Что у нас на складе? Настройка. Настройте армию. Изменить шапку. Так, что нам дает скорость перезарядки? Так, 3% к скорости стрельбы. Слушай, может быть, перезарядку добавить, а? Пускай он будет, наверное, атаку, да? Это к точности. А здесь исцеление в секунду, мне кажется, это полная бредотня. Может быть, нам лучше скорость стрельбы добавить? Да? Как вариант. А где огнеметчик у меня? Вот он. Скорость стрельбы. Так, а здесь трик здоровья. Скорость стрельбы, наверное, добавить. Хе, такой прикольный. По стилю. Так, кстати, да, я огнеметчика-то хотел взять в отряд. Вместо инженера мы сейчас попробуем его взять. Вместо инженера он будет у меня настроить знамя, наборы цветов. Так, и все. Больше мне ничего здесь не дадут. Тут еще, понимаешь, усилители есть. Что за усилители? Для бонусных карт купить плюс один. Ч
Что там написано? Получайте бонусные карты в ограниченном количестве боев только в PvP. Угу. Если бы вы мне сказали, куда вот эти вот жетоны можно. Распродажа. Комплект усилителей. Набор карт, золотые комплекты. Ценники, конечно, ребят. 5 бакинских за 500 голды. Нет. Нет, 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 нет. Инвентарь. Набор открываем и смотрим, что у нас тут выпадет. Это обычный набор, так что... Ничего хорошего, да? Быстрая отправка и все. Быстрая отправка. Даже тонны эти тратить фиг его знает. Ну что, мы с тобой идем. Еще, наверное, нам нужно сделать, наверное, 3 или 4, блин, битвы. Это как минимум. Рамзон. Даже так. Рамзон даже, оказывается. Так, зажигательную берем. И бомбардировку, наверное, я возьму, да? Ну что, выдвигаемся? Ё, просто забыл, огнеметчик-то поставить. Ай-яй-яй-яй-яй, да ё-моё. Ладно, ничего страшного, ребят. Главное, не забудь в следующем бою его взять. Поехали, машинка моя. Вызываем сразу ребятулек всех. Чё там? Пехотинец. Достижение какое-то получил. Еще по повторчику, да? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Идут, идут. Так, ну что, будем затравочку делать или подпалим их? Подпалим, наверное, да? Пускай горят в огне. Так, а здесь у нас все шикарно. Как никогда. Палатку будем бомбить с тобой в первую очередь. Прикольно. Куда вы собрались, ашитики? Разогнались они уже, а? Щеманулись, так скажем. Ложная цель для вас вон там стоит, видите? Да, тут мы, конечно, дали джазу. А как, интересно, моя команда оценится? В одну, в один черепок или в три черепка? Наверное, в один черепок, может быть, даже в половину черепка. Фух, на взрыв на макаронной фабрике. Дайте, пожалуйста, полный бонус, а? Дайте мне полный бонус. О, спасибо. Мне нужен опыт. Ну, совсем капельку, что там, минимальная плата. А как-то мы с тобой же, помнишь, прокачивали в какой-то серии вот эти вот наши ордена. То есть он у нас от первого уровня, там, по-моему, должно быть определенное количество, да, набрато. И ты сможешь их... Так, защищайся от орды. Следующие награды. А, ну это лидер. Прикинь, если ты выигрываешь, ты получаешь что, 10 голды всего лишь? В данный момент, да, у меня вот так вот. Защищайся. Не надо мне защищаться. Завершена PvP-компания. И будьте добры мне, пожалуйста, сундук, который я пущу. А нет, не влом. Отлично. Продолжаем. Ребят, еще, наверное, бой. Проли 2009. Так, инженер, ты извини, но мы тебя поменяем. Убрать. Хочу просто я посмотреть на этого инженера. Блин, подожди-ка. Редактировать бойца. Мне же нужно ему что-то влепить. 20 стоит. Да, медали. Так, подожди, а при чем здесь медали-то? Мне нужно бонусы редактировать, конечно же. Так, здоровье 17%. Так. Стоимость, вот, наверное, стоимость мы ему повысим. Чтоб дешевый он был. Я думаю, сам там по себе юнит нифига не дешевый. Так, ну что, зажигательную бомбу добавляем. И ракету. Поехали. Ну, огнеметчик, не подведи меня. Хотя, так, переработка карт. Получить варианты получше, конечно. Дождешься от вас варианты получше. О, а он дорогой огнеметчик-то. 228 боеприпасов стоит, как ни крути. Ха. Делай выводы. Так, смотри-ка, тут с медиком все дела, да, стоят. Блин, их надо, если бомбить, то уже на глушняк, согласись. Ну-ка, шмальнем, наверное, разочек сюда. Чуть-чуть не хватает нам. Мы еще вот так вот сделаем с тобой.
пускай горит все адским пламенем. Давай в дымовуху их всех. Где огнеметчик? Он что не делает там? Воу! Смотри, смотри, что огнеметчик делает. Огнеметчик, куда ты сунулся? Ать, упал, родной. Упал, к сожалению. Ну, жарит он прекрасно. Мне понравилось. Сейчас посмотрим, как тут дальше у нас пойдут дела. Куда ты бежишь-то, эй? Неужели ты вот не видишь, что тут солдаты стоят? Бежит он куда? Ой, глупый, а. Ну, а эту что? Вот эту штуку не надо, да? Мы наконец-то созрели. Да как вы, блин. Давай, давай. Она, по-моему, даже... О, огнеметчик там пришел, поджарил. Слушай, ну он прикольно делает. Смотри, он прям жарит конкретно. Но он и стоит... О, смотри. Офигеть. Огнеметчик долго перезаряжается. Все, я понял. Ага, охрененно он жарит их всех там. Блин, какая же ты, а? Снайперская будка тут еще, да? Ладно. Нам надо вот это. Что там строчит? Две палатки у него, да? Так, бомбардировка у меня, ребят, созрела. Выпускаем, конечно же, сразу. И еще одна. Ой, красиво-то как. Красиво жить не запретишь. Еще одна. Вот так вот. Бомбардировка, она против зданий практически ничего не решает. Вот против юнитов она хороша. А здание она практически не коцает. Че, это весь мой отряд? Ты опять этот... О! Что-то не туда немножко сделал. Ну, блин, у огнеметчика, конечно, здание уничтожает на ура. И вообще отряды солдат, но он должен быть прикрытым. Постоянно должен стоять за спиной. Впереди он вылазит, ему сразу пулю в лоб, и он готов. Есть. Взорвали. Юху. Ну, получим уровень-то в конце концов или нет? Нет, нифига. Нет, получили. Ложная цель, ложная цель. Ребят, получили мы с вами уровень. Так, что это такое у нас тут? Увеличивает лимит бойцов. О, и ресурсы. Функция разблокирована. Так, новые ячейки для ветеранов. Твой отряд ветеранов растет. Теперь можно взять в него еще одного бойца. Ну, спасибо большое, спасибо большое. Ху, друзья мои, на сегодняшнюю серию я задачу поставленную выполнил. Я хотел получить 14 уровень, и я его с горем пополам получил. И я очень доволен. И огнеметчик мне понравился. Да, хороший парень, но, опять же повторюсь, он должен быть сзади. Вперед ему лезть не стоит. Ну, а мы, наверное, будем на этом закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам!